Это правда. Гномих женщин редко кто видел. Просто они так похожи голосом и внешностью, что их часто принимают за гномов мужчин. Из-за бороды. Это породило ошибочное поверье, что у гномов нет женщин. И гномы просто рождаются из отверстий в земле. Что, конечно же, глупость. Все в порядке, без паники. Я специально. Гномы так спешиваются. Давно я не видел улыбки моей племянницы. Она была еще девочкой, когда ее отца принесли мертвым, зарубленного орками. Она видела, как ее мать умерла от горя. И осталась одна, в растущем страхе присматривать за своим королем. Обреченная прислуживать старику, которому следовало любить ее как отцу.